Надеюсь, кадр у тебя четкий. И надеюсь, ты видишь более-менее то, что вижу я. Значит, вот здесь вот там, где елка в центре кадра, там асфальтовая дорога. Только что я с нее сошел. Сейчас, ребята, возвращение под рэп. Ну, настроение у меня... Ну, не то, что настроение, состояние не лучшее. Такое... Абсолютно какое-то, не знаю, апатичное. Такого даже не назовешь. Убитое, апатичное. Да нет, ну, не подавленное. Это точно не подавленное. Смотри, как сочетается ржавое, да, с соснами. Да, постоянно я здесь думаю, когда прохожу мимо вот этой опоры ВЭП, что все уехали по делам, а она тут стоит на свежем воздухе. Обдувается этим свежим воздухом и так далее. Ну что? Что я хочу? Я хочу чудо, так же, как и все. Я повторяю, что я абсолютно уверен и знаю, что гениален, но при этом я абсолютно стандартен. Абсолютно. Как и все, я думаю про особняк и Лексус. Как и все, я думаю про какую-то сказку и чудо. Что такое это чудо? Это... Слушай, я сейчас не хочу опять видео засорять философией. Ну что такое чудо? Ну давай скажем так, что... Во-первых, чудом является все, включая тебя самого. Чудо — это то, что необъяснимо, а необъяснимо — ничего. То есть все необъяснимо, абсолютно. Никакого объяснения, ни малейшего. Нету ни одному процессу. Все объяснения исключительно описательные. И мы используем, как говорится, какие-то явления, то есть технологии, они тоже. Мы научились пользоваться, но сути никто не знает. Того же самого электричества и так далее. Поэтому... Как всегда, начинать надо с того, что чудо везде. Это вот если ты смотришь видео первый раз. Что я обычно совершенно не подстраиваюсь под ни под кого. То есть для меня многие вещи самые очевидны. Абсолютно очевидны. Мне не нужно, так сказать, ничего объяснять самому себе. Но бывает, что для многих это не очевидно. Потом, кроме всего прочего, существуют еще дураки, в существование которых я также абсолютно не верю, но они есть. И поэтому, может, я и сам дурак. Кстати говоря, не то чтобы дурак, а тугодум. Причем какой-то лютейший тугодум. Значит, я стремлюсь к каким-то открытиям, к каким-то особым ходам мысли. А на самом деле годами, я не знаю, десятилетиями стою, как баран на новые ворота, смотрю и не вижу того, что у меня перед носом, так же, как и все, так же, как и многие. Ну так, самочувствие не фонтан. Я... Ну, думал, конечно, что я должен, как сказать, какой-то формат, что каждый раз что-то рассказывать, что-то, я не знаю, поучительное. Ну, все уже всем известно, понимаешь? Вот, вот какая вещь для меня очевидна. Для меня очевидна вещь, что все все знают. И так уже без меня. Все, все давно сказано. И тут... Ну, тут правильно кто-то сказал, что, значит, все романы, все фильмы уже сняты, но, тем не менее, продолжают снимать, и писать новые книги. Что сюжеты одни и те же, тем не менее, продолжают писать книги новые, снимать новые фильмы. Ну, тут какая штука? Во-первых, вот смотри... Казалось бы, не казалось бы, а
«Конец времени композитора», есть даже такая книга, что музыка пришла к кризису классическая, там в те же уже 60-е годы, да? Все композиторы уже, как говорится, уже Прокофьев, Шостакович, уже все состоялись, все уже есть, там, я не знаю, там Стравинский, там кто там еще за рубежом, там Бриттон, ну все уже есть, короче. И писать уже нечего и не про что. И в это время Битлз и в целом 60-е годы, вот, ну, главным образом Битлз, я считаю, что главным образом это Битлз или Зеппелин, но со мной можно спорить, естественно, я многого не знаю. Но вот из такого, то, что все знают, это Битлз или Зеппелин. Они продемонстрировали, что вот среди этого, среди этой абсолютной безнадёги, среди ровно ничего, можно создать вот эту абсолютно новую, самобытную, единственную в своем роде музыку. Понимаешь? И это произошло именно в тот момент, когда классические композиторы все видели, что как-то, ну, что писать уже больше не про что. И у меня такое ощущение, что я же классический музыкант. У меня тоже такое же ощущение, что писать не про что больше. Играть нечего. И что то, что я вижу, какие-то новые сочинения, они все похожи на предыдущих композиторов. Сколько классических композиторов похоже на Шостаковича, это просто не в сказке сказать, понимаешь, не пером мне писать. Полно. Вроде композитор другой, а лицо опять-таки Шостакович. Есть такое дело. И вот возникли Битлз, понимаешь? И вот Битлз — это такой остров. Остров оптимизма. Куда вот не поверни от этого острова, вот, в любой момент, в любом направлении. Абсолютно. В прошлое, в будущее, в современность. Вот есть Битлз и все вокруг. Никакого времени, пространства, ничего не существует. Вот что. Понимаешь? Поэтому я знаю, что я тоже мог бы. Но это не совсем про YouTube-канал. И я думаю, что не совсем про скрипку. Мне кажется, что я мог бы написать книгу, которой еще не было. Но здесь тоже грустная история, потому что книги читают все меньше и меньше. И вот одна из целей этого YouTube-канала — это вернуть людей к книгам. Именно к бумажным, несмотря на все это царство мракобесия, сейчас то, что там вот это все смакование бумажных папочек, отсутствие смартфона. У меня у самого смартфона не было до недавнего времени. Я позже всех его приобрел. В чем раскаиваюсь? Абсолютная чепуха. Нужно было иметь смартфон, и все. Я считал, что что-то со мной не то произойдет, если что-то как-то пострадает моя безупречная творческая репутация, если у меня будет смартфон. Но глупость. Надо было уже, когда там в 2012 году, или когда вышел 5-й iPhone, надо было покупать 5-й iPhone, заводить YouTube-канал. И вот это было бы правильно. Ну что теперь? Ладно, будем двигаться. Пиши, спрашивай. Я вообще существо всеведущее в каком-то смысле. Несмотря на то, что... И несмотря на то, что просто сейчас такой момент. Сколько я прогулок совершил высокоэффективных, то есть говорю охрененные вещи. Абсолютно. Все, сейчас... Самочувствие какое-то. Честно скажу, что я как-то вообще еле иду. Я даже думаю, что вот на перекрестке Тарантино я сейчас пойду не налево, а направо. И... чтобы, короче,
дойти до дома. Не знаю, что там. Не доспал просто. Видишь, я же постоянно про это говорю, что я очень такое тепличное, деликатное создание. Должны быть соблюдены все условия, чтобы я мог функционировать. Я так думаю. Понимаешь? Существовало раньше, я слышал такое про Юлия Цезаря, что он был якобы таким интеллигентным и уже с плохим здоровьем, но когда начал ходить в военные походы и там вот в это все, то оздоровился. Не знаю, я сейчас слушаю про него. У него всю жизнь была движуха достаточно. Не знаю. У Светония. Жизнь 12 Цезарей. Ну, может быть, эта история не про Цезаря, что он в 40 лет начал, как говорится, вести активный образ жизни и оздоровился. Это вполне допустимо. Может быть, так же произойдет и у меня. Не знаю. Вон он, мой перекресток. Вон, огненная. В центре кадра. Клен. И вот мы уже дошли. Что-то я подустал. Ну, собственно говоря, я бы вот это видео сам бы смотрел с удовольствием. Потому что мне важна не информация, а настрой. И вот такой слегка унылый, уставший настрой, это то, что мне надо.